2024 год. Красноярск. Девушка бросает свою старую одежду в специальный бак, чтобы дать вещам вторую жизнь и не загрязнять природу. Рядом парень выбрасывает все отходы в одну корзину, не разделяя их. Девушка замечает это и не может сдержать гнева. Молодой человек, что вы делаете? Вы не сортируете мусор! Девушка, что это такое? Почему вы так ко мне относитесь? Это не экологично по отношению ко мне. А ты поступаешь экологично по отношению к окружающей среде? Оба этих человека поступают не экологично. Но давайте проведем расследование и узнаем, кто прав. Каждый человек может внести вклад в улучшение экологии. Например, с помощью сортировки мусора. Цель проекта заключается в том, чтобы показать на нашем примере всем людям, всем жителям Красноярска, что то, что мы обычно выбрасываем, можно на самом деле переработать. У меня было очень много одежды, и я не знала, что мне с ней делать. Я попробовала отдать ее в соцзащиту, в детский дом, в церковь отнести, но никому она оказалась не нужна. Тогда я подумала, как здорово было бы создать системный проект с инфраструктурой, чтобы любой человек, независимо от того, где он находится, мог в определенное место и время привезти, и всегда были бы там в этом месте одежде рады. Тех интересует ответ на вопрос, куда отправляется потом все вторсырье. И если какие-то стандартные фракции перерабатываются и в Красноярске, то, например, полистирол у нас переплавляют и брикеты отправляют уже в Новосибирск. Здесь есть магазин экотоваров, где можно купить изделия местного производства из вторсырья. Здесь есть мочалки, зубные щетки, ватные палочки и даже такие стильные сумки. Я люблю свою работу, потому что мне нравится наводить чистоту на территориях СФУ. А еще я люблю природу, находиться вот в таких красивых местах, как здесь. А еще я люблю поднимать настроение студентам, общаться с ними, разговаривать. А то идут на учебу грустные, либо с учебы идут грустные. А так поднимешь настроение, смотришь, и самому радостней становится, и студентам тоже. Доброе утро. Доброе. Хорошего учебы вам. Спасибо, вам тоже хорошей работы. Спасибо. Да, извините меня, пожалуйста, я была не права. Простите за мою грубую лексику и за то, что я на вас накричала. Вы тоже меня простите, я тоже был не прав, потому что я неправильно относился к природе. Давайте я научу вас, как правильно сортировать мусор. Давайте. Экология сейчас – это бережное отношение не только к природе, но и к человеку. А это... уже совсем другая история. Сейчас я люблю людей. Красноярских. Да, очень красноярских нравится. Людей любите? Да, да. Да, 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 понятно. Я тоже люблю людей всех национальностей, нравится мне общаться с людьми. Очень красив. И хорош. Красивый и хороший, конечно, да. Мне тоже нравится университет. Работать здесь нравится. Ладно, хорошего. Меня зовут Альберт. Меня Женя зовут. Очень приятно. Приятно, да, тоже. Хорошего дня вам. Да, спасибо. До свидания. Да, до свидания. Пока.